Команда-победитель сборной России. Ребята, поздравляю с победой. Первый вопрос. Что было сложнее, победить итальянцев или поляков? Потому что казалось, что с итальянцами у вас прям максимальный настрой был, а с поляками как-то вот сложнее было. Да, вот хочу сказать, что с итальянцами сразу настроились, вот поймали быстрый кураж. И, в принципе, было большое преимущество с самого начала, и мы довели стреляющую до конца без проблем. Потом была пауза, как бы небольшая, и уже в финале было тяжело-то включиться и настроиться вот уже на поединок конкретно. Но мы справились, в принципе, я думаю, ребята друг друга все поддержали, как бы. То есть трудность была в том, что пауза большая была между поединками, а не то, что какие-то поляки сильные или... Ну, у нас как и соревнования начались, и мы влились быстро, и прямо до итальянцев добрались, и настроились на них максимально. Самое главное, надо было начало забрать и довести встречу до конца. Мы это сделали, а перерыв немного сбил, и там уже как с холодной головой надо было выходить, хладнокровно. Итальянцы, конечно, посильнее противники, да, чем поляки. На самом деле, каждый соперник сильный, но каждый соперник настраивается по-своему. Нет такого слабого, сильного соперника. Тут все сильнейшие, и надо настраиваться на каждого соперника. Финал Европы сейчас, как-никак. Действительно, финал Европы. Сегодня еще девушки, женская сабля победила. И давайте вы передадите им поздравления, а они вам тоже потом. Значит, раз, два, три. Поздравляем, девушки! Спасибо, ребята!